Привет всем-всем-всем! Сегодня мы будем готовить очень необычный английский суп стью. Готовится он с говядины. Отварила ее на мягкости, теперь достану ее из бульона и слегка остужу. А в бульон отправлю овощи. Это стручковая фасоль, картофель, я его порезала мелким кубиком, красную фасоль из банки и морковь. Ее можно порезать брусочками, я потерла на терке для корейской моркови. Отварим все вместе до готовности. Отдельно обжарим лук, добавим к нему мелко рубленный чеснок, столовую ложку томатной пасты и прогреем все вместе буквально одну минуту. А тем временем мелко порежем мясо, можно даже превратить его в фарш. Отправляем мясо в сковороду и прогреем их вместе буквально 5 минут. Отправляем мясную поджарку к овощам в кастрюле и поварим их вместе буквально 15 минут. Этот суп очень похож на гуляш, но ведь сью со шведского так и переводится – густой. В нем просто буйство вкусов, ароматов, а какие краски! Это безумно вкусно, а готовится без особых усилий.